До 26 июля обещают закончить ремонт Императорского моста. Активисты Общероссийского народного фронта встретились с представителями подрядчика и дорожника. Вопросы были поставлены жесткие. Ремонт должен обязательно пройти. 4 года назад асфальт уже укладывали, но качество работы оставляло желать лучшего. Мы обратились к губернатору Ульяновской области Сергею Ивановичу о том, чтобы он обратил внимание на качество дорожного полотна на мосту. Так как после ремонта, капитального ремонта, после 1,5 лет, на мосту появилась колейность. Естественно, жители Заволжского района, которые каждый день ездят сюда и зимой, и летом, обратили на это внимание и начали происходить дорожные происшествия. Сергей Морозов на обращение общественников отреагировал. Императорский мост был включен в программу национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Правда, первоначально планировалось закончить работу еще в июне. Возникли трудности с деформационным швом. Решение проблем к удорожанию работ не приведет. Сегодня в ночь с 4 числа 00 часов по понедельник 6 утра мы планируем производить ремонтные работы на мостовом переходе Императорского моста. Вот. Работы будут вестись круглосуточно. Задействовано будет около 42 человек. За Волгу и обратно в выходные дни можно будет проехать по президентскому мосту. Это касается в том числе и общественного транспорта. Минтранс предупреждает, что могут быть небольшие сложности при подъезде к новому мосту. Мы понимали, что если бы мы мостовой переход закрыли в будние дни, когда у нас максимальная интенсивность движения, когда жителям необходимо добираться на работу с берега на берег, особенно на промышленные предприятия, которые начинают работать с 7 часов утра. Поэтому и было принято решение не закрывать мостовой переход в будние дни. В выходные дни интенсивность движения она кратно сокращается. В том, что уложится в срок, подрядчик уверен. Помешать могут только погодные условия. Да и то ненадолго. Асфальтобетон укладывается высокопрочно, как на европейских дорогах. Приемка качества дорожного покрытия будет очень строгой. Работа оценит по 5 параметрам. Если хотя бы по одному параметру асфальт не подойдет, подрядчику придется переделывать. Обещал продолжить следить за работами Народный фронт. Егор Титов, Данил Сурков, Новости Управды ТВ.